Мне страшно. Как же дальше жить? Вы все уходите. Мне страшно. В привычной жизни гибнет ритм в смертельной схватке рукопашной. Вся сжавшись, слышу смерть лишь тех, кого я знаю или знакома, чей на экране милый смех, чьих песен нет прелестнее звона. Знакомых все с годами меньше. Без слез на родине нельзя. Ведь многие ушли из жизни, мои знакомые, друзья. А молодым им не нужна я. Я им обуза, как хомут. Ведь старикам лекарства надо, тепло, забота и уют. А у меня не вышло что-то. Не так сложилось, да, не так. Хоть и старалась, и растила, но вышла наперекосяк. И не нужна я сыновьям, а у меня их много, трое. Невестки, внуки тоже есть. Им не нужна. Такое горе. Где сделала я что не так? Когда обидела их кровно? Ведь отдавала, что могла. И в жизни относилась ровно. Остаться в старости одной мне просто страшно. Не хочу я. И обрету в душе покой, лишь в мир иной перекочуя. Так хочется мне до весны еще дожить и лето встретить. Как распускаются цветы, в голубизне клин птиц заметить. Мой дом на берегу реки, скворечники, цветы, деревья. На пенсии. Мне б только жить, соленья делать да варенье. Но никому я не нужна. Друзья. Так мало их осталось. От поколения моего в живых лишь крошечная малость. Жизнь пролетела в один миг. Уж многое и позабылось. Как быстро годы пронеслись. Как будто жизнь мне лишь приснилась.